Всем привет! Хочу показать вам вот такую прекрасную маскировочную сеточку, ну или сетку точнее даже, для, ну, соответственно, для маскировки чего-либо. В данном случае, как вы видите, я накрыл машину. Ну и для чего это? То есть это, во-первых, скрывает от солнца основную часть, также создает тень такую хорошую, ну и защита от комаров, от мух. Ну и разное такое, то есть можно беседку накрыть. У меня вот это вторая сетка, первая сетка в беседке висит. И она хорошо спасает и от мух тоже. То есть ветер проходит, ну а мухи и все остальное боятся. Ну и давайте посмотрим поближе. Сетка сделана довольно неплохо. Имеет две стенки, то есть основная стенка это вот эта идет. И внутри у нас идет еще из капроновой нити. То есть вот капроновая нить. То есть также сетка идет по всей длине. То есть она не порвется, не расползется, на солнце не выгорает. У меня уже больше года висит сетка вторая такая. Точнее первая, это вторая. В общем, я доволен полностью. Ну, как видим, у меня вот этот размер идет 6×3. То есть машина универсал. Она закрывает практически от земли до земли. То есть, ну, боковые стенки поменьше. Ну, ее можно растянуть, в принципе, она еще тянется. В принципе, может, даже и хватит от земли до земли по этой стороне. Ну, а так, здесь вот у меня, считай, до земли она идет. И с той стороны там вообще на земле, по-моему, лежит. Так что довольно неплохая сеточка. Внутри создается в машине тень. То есть, если кто на рыбалочку ездит, хорошая такая, скажем так, и маскировка, и от солнца спрятаться тенечек создает. Вещь довольно хорошая, рекомендую. А на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока. Да, кстати, ставьте лайки и подписываемся на канал. Все, всем пока.